больше не муниципальное предприятие. Депутаты собрания представителей проголосовали за передачу автотранса в собственность Пензенской области. Это сделано для того, чтобы Зареченское предприятие могло принимать участие в транспортной реформе, которую сейчас реализуют в регионе. Деньги выделяются на уровне субъекта. Субъект должен вкладывать в имущество, которое находится в собственности субъекта. Это нужно для того, чтобы в данное предприятие могли вкладываться денежные средства. Понятно, что то есть поменяется только собственник. То есть, если раньше это был муниципалитет, то станет субъект. А по сути дела, мы все четко понимаем, что люди как работали здесь на территории предприятия, так и будут работать, как выезжали автобусы с этой территории, так и будут выезжать. Цель транспортной реформы в Пензенской области – повышение качества общественных перевозок, увеличение транспортной доступности. Сюда входит замена автопарка на более современные и комфортные образцы техники и изменение системы маршрутов. Транспортная реформа, она подразумевает под собой связь всей агломерации. В агломерацию входит это Заречный, Макшан, Пенза и Бессоновский район, Пензенский район в том числе. Вот, поэтому из автобуса, который жители сядут в городе Заречном, можно будет добраться до любой точки, которая в этих районах. Транспортная реформа предусматривает масштабные трансформации. В конце прошлого года региону были переданы полномочия по организации перевозок в Заречном. Это нам позволило в конце года составить новый коллективный договор, повысить существенно заработную плату нашим сотрудникам, и уже есть результаты. Правительство планирует, что именно на базе нашего предприятия будут построены еще два АТП, это в Терновке и в Арбеково. И все они будут на предприятии «Автотранс». В конечном итоге у нас появляются новые должности по строительству, капитальному строительству. То есть это огромнейшая работа. Помимо этого, в рамках реформы планируется провести в автотрансе масштабную реконструкцию и построить новую заправочную станцию. Будет сделана современная ремонтная база, будут закуплены новые автобусы. Как правительство планирует, в этом году, скорее всего, к концу года будут закуплены новые автобусы. Подготовка к закупке новых автобусов началась еще в прошлом году. Тогда зареченцы приняли участие в тестировании нескольких образцов техники и поделились своим мнением на специальных интернет-ресурсах. Результатом всех предполагаемых изменений должно стать значительное повышение качества предоставляемых зареченцам услуг в сфере пассажирских перевозок. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».